Дальше, Дэвис, со мной должок.
ней все чисто! Отлично! Тебе повезло, МакГрегор! Ладно, здесь мы закончим. Отлично поработали, ребята! Так точно! Я выпью за это, сэр! Ливия, 1943 год. Британские танки «Крусейдер» уже второй год несут службу в североафриканской пустыне. Танковая война в пустыне оказалась трудной для обеих сторон. Облака песка и пыли, которые поднимаются в воздух при движении техники, значительно ухудшают видимость в бою. Передвижение по песчаным дюнам также затруднено. На просторах ливийской пустыни слишком мало различимых ориентиров. Пушки крусейдеров менее дальнобойны по сравнению с немецкими. Из-за этого союзники вынуждены применять опасную тактику быстрых массированных ударов. Гонцы впереди за холмом! Джентльмены, вы знаете, что делать! Фрицы стреляют дальше нас! Нам нужно быстро вступить в ближний бой! Идем клином! Как подойдем поближе! Отклинаем клинком! Thank you.
Тунис, 1943 год. Набрав силу, союзники смогли оттеснить группу армий Африка под командованием Роммеля к позиции Марет, полосе обороны в восточном Тунисе протяженностью 22 мили. В январе 1943 года группа армий Африка потеряла свою главную базу снабжения в Ливии. Теперь Роммель вынужден отражать наступление сразу с двух сторон. Его войска оказались в клещах между силами американцев на западе и британскими войсками на востоке. Несмотря на преимущество, союзники должны действовать очень осторожно, поскольку местный ландшафт благоприятствует обороняющейся стороне. Давай, давай, давай!
иду! Спокойно, сэр! Давайте надеяться, что это работает. Спокойно, МакГрегор! Иди же туда! Самое время, МакГрегор! Стараюсь как могу, сэр! МакГрегор! Получилось! Бегом! Время побегать, парни! Проверьте боезапас и не разбегайте! Так точно, сэр! Считайте, что это сделано!